полярный дождик. Льет как из ведра. Красотища. А вечером еще и молнии. Гром и молнии. Ну что, ребят, вот так поливает, как из ведра. Красотища. Сейчас немного постоим и молнию захватим. Всем привет! Сегодня настольник, день разгрузки. Едем в Джексонвилл разгружаться. Вчера у нас тут полярный дождик прошел, немного заснял. А сегодня солнышко. А вот окно, ребята, я не помыл. Что-то за него забыл. Сегодня утром и заправлялся, и про окно забыл. Не помыл. Извините. Так что едем в Джексонвилл. По-моему, как я понял, будем проезжать через даунтаун, но немного поснимаем. Всех приятных. Как-то у нас приближает.
как бы под этим зеленым мостом, где мы сейчас только проезжали. И вот на этой улице где-то что-то будем искать свою компанию. Ищем. Прям где-то вот под мостом, здесь, где все баржи стоят. Мы вот сюда привезли эти генераторы. Кстати, даже прям под этим мостом. Там уже море у нас. Упираемся в море. Ага, а вот и компания моя. Pinnacle Center Company. Смотрится, у них такие же машинки здесь стоят. Кругом. Похоже, что здесь. Ну все, давайте генераторы. Сняли. А теперь я назад сдаю. Пытаюсь выехать. Так же самое, как заехал. Здесь ярдик такой маленький. Ну все, ребятки. Вот туда мы заехали, назад выехали на улицу. Вот такая улочка небольшая. Говорит, конец туда езжай, там ДРН, говорит, и там мои ребята, говорит, всегда разворачиваются. Поедем посмотрим. Может, его ребята на велосипедах там всегда разворачиваются. А у нас все-таки небольшой трак с небольшим вагоном сзади. Вот он, этот мостик зеленый. Сейчас опять на него запрыгнем, развернемся. А здесь уже все, вот кораблики стоят. Но моя тетка говорит, что ты только приехал. Когда я уже разгрузился. Вот там уже все, океанчик, океанчиком пахнет. Кораблики стоят. А мы попробуем здесь юи сделать, развернутыйся. Вроде носа проходит, проходит носа. Так, усе, ребятки, сейчас переделаю свой навигатор Go Home и поехали домой. Здесь у нас какой-то стадион стоит, написано TIAA Bank Field. Здесь у нас другой мостик. Пошел через эту же реку. А здесь у нас еще мостик зеленый с красным Петербилдом. Вот такая красивая. Ну и, конечно, антенна. Как же без антенны? У нас сервиса не будет. Так, ребятки, подъезжаем к этому филду, по-моему, нам сюда. Здесь только пассы заходят, а нам вот седой. Ищу заезд, как говорится, на мост попасть. И все так просто, как камера передает.
А здесь шаг вправо, шаг влево, сами знаете, что будет. Ладно, разгоняемся. Погнали, пока не дали. Едем, ребятки, назад в Palm Coast. До мамки. Там еще убраться надо, прибраться. Вчера на заднем дворе прибирались. Сегодня надо на фронт, на переднем дворе все прибрать, травку подстричь. Так что работки много. Пока домой в Вашингтон, как говорится, рано ехать. In 1¾ miles, take the exit on the right to US 1 alternate toward I-95 south. Вот такая красотища. Мостик зеленый. А кстати, везде, в каждом штате зеленые мосты. Неужели самая такая прочная краска, которая держится от соленой воды, как говорится, не ржавеет? А мы вот где-то там и разгружались под мостами. Вот вам и Джексонвилл. Все, разгрузились. Сейчас будем с этого моста где-то там сразу сходить. Так что пока я отключаюсь, чтобы мне эксит не проехать. Take the exit to US 1 alternate. Ну а мы сходим сюда, на первую. Это сразу после зеленого моста. И нам надо попасть на 95-ю. In 1¾ miles, а потом на юг, в сторону Майами. I-95 south, toward St. Augustine. А до Майами, ребята, нам еще 300 майлов пилить. Так что мы туда не поедем. Нам с ней не по пути. Take the ramp on the right to I-95 south toward St. Augustine. Так, а у нас мостик 14,1. А мы 13,9. То у нас, по идее, должно 4 инча в запасе быть. Прошли, не зацепили. Заходим на 95-й фривей и до дому. Заехал на Растерию. А здесь вот такой генератор красавчик стоит. Котенок. Cat. Стоит красавчик Скаммингс. Вот такое здание Растерия. Это просто, ребята, туалеты. Красиво для туалетов. Car hauler. Номер один работа в Америке. Оплачиваемая, я так бы сказал. Лоубой и кархоллеры хорошо зарабатывают. А остальные так себе, как я. Так себе. Делаем это ради удовольствия. Сегодня у нас вот такое коротенькое видео.
Так что всем спасибо, что смотрите. А мы приехали назад, в город Palm Coast, Флорида. И будем дальше отдыхать. Красивые тучки, небо голубое. Поедем, съездим на океан. Сами люди садят, когда мы устроим, потом эти пальмы навозят и садят для красоты. Вот такая Флорида красивая. Конечно, работать я здесь не хочу. Я в мае приезжал, в июне я здесь был, я два раза на Флориду мотался. И постоянно разгружался, я просто мокрый был. Весь мокрый, с тебя прям текет. И сейчас то же самое, даже с утра. Утром поехал в Джексонвилл, пока цепи все снял, я весь мокрый был. Влажность ужасная. Поэтому здесь все пенсионеры. Работать здесь никто не хочет.